Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня стяжка пружин гидравлическая. Приобрел такую штуку фирмы Форсаж, производство Тайвань. Маркировка ее идет F15205. Вот такая вот стойка должна получиться из коробки. Две съемных лапки другого размера. Эти побольше, эти поменьше. Давно на нее облизывался, наконец заказал, привезли. Сейчас разберу ящик и соберем ее. Так, здесь можно регулировать высоту. Сюда вставляются лапы под пружины. Солнце яркое, отсвечивает. Сейчас снизу ставлю педаль. Ставлю цепочки и снизу прикручу две поперечные стоечки. Ну, в принципе, вот так вот. А когда уже соберу, покажу ее целую. Вот так она выглядит в сборе. Стяжка. Снизу две педали. Руками не освобождать не надо. Не качать не надо. Одна педаль ногой качаем. И опускаем. Стойка вставляется пружиной. По высоте она регулируется в зависимости от того, насколько вылет у стойки позволяет. Можно пониже опустить, повыше поднять. Здесь разбег большой. Новую пружину зарядить можно полностью, как говорится, свободную. И две лапы поменьше диаметром. Меняется легко. Выдергивается штифт, фиксатор, штифт, и лапа вытаскивается. Ставится другая. И ставится фиксатор. Это цепочка для безопасности. Вокруг пружины накинуть, даже если вдруг она слетит, цепочка не даст ей улететь далеко. Прикручивается сюда. Вот такая вот приспособа.
И я очень рад, что я себе ее приобрел. Появится первая стойка. Сниму, как это будет происходить. Всего вам доброго.